мне пришла из Китая посылка. Клейк для кошки вот такой вот. Вот. Как вот она выглядит. Славно. Вот такого вот числа. До сегодняшнего дня, вот. Долго шла. Хотя никакой посылки еще не дошли. Но то уже такое дело. Вот дату видно. Клейк она сейчас распечатаю, вот. Вот покажу, вот пакет, вот такая вот клейка, у нее вот такой вот поводок, вот. Поводок не слишком длинный, вот. Вот это вот весь поводок. Пристегивается поводок. Вот так вот. Она расстегивается, вот. Вот так вот. Клейка сама выглядит вот так вот, чтобы на размер кошки похудее, вот сделать потолще, вот так, так вот маленькая кошечка побольше, вот фиксаторы, вот идут вот такие вот фиксаторы для кошечки. Сейчас я покажу, как она одевается, вот. Вот. Лапочку ставлю вот сюда. Вторую лапочку ставлю. Вот сюда, вот. Это вот еще не все. Дальше шлейку надо зафиксировать, чтобы она не слезла. Так вот будет на кошке. Надо, чтобы кошку еще ничего не давило, ничего не мешало ей, вот. И вот такая вот шейка должна быть свободна кошечки. Вот она. Вот спереди вот так вот. Так вот у нее под лапочками проходит шлейка. Сверху она проходит вот так вот. Вот. Она еще к шлейке не привыкла, поэтому она пытается ее то ли снять, то ли что, в общем. Но не хочет она пока. Но пока не хочет. Вот. Лежит и ничего не хочет. Все.
сейчас покажу, как она ходить вот будет. Вот она, собственно, теперь можно гулять. Еще есть шлейка, вот, точно такая же, как синяя, только красная, вот, точно такая же, поэтому я думаю, ее нет смысла слишком показывать, потому что я уже показал синюю, она точно такая же, вот. Поэтому, кому понравилось, оставляю ссылки, где можно такие шлейки покупать. Ну и фотографию, где я купил, тоже выставлю. В начале видео будет. Всем спасибо за просмотр.